Есть все условия для отличной игры. Георгий Черданцев и Константин Генич будут комментировать сегодняшний матч. На ваших экранах английский футбол. Смотрим премьер-лигу. Кристал Пэлас играет против Лидс Юнайтед. Порой случается, что и в товарищеских матчах команды показывают очень интересный футбол. Может быть, и сегодня у нас будет именно такой матч. Кристал Пэлас в первых минут выпустил следующий состав. Висенте Гуайта занял место в воротах. Джордан Аю с первых минут играет с Уилфридом Захой на позициях крайних полузащитников. Сможет ли один нападающий создать проблемы обороне? Но для этого ему придется много-много сегодня перемещаться. Решили они сегодня сыграть с расстановкой для высокого прессинга. Будет сложно сопернику мяч удержать. Знаешь, ставка на прессинг может как за, так и против сыграть. Весь матч играть в отборе на всем поле крайне сложно. И такая тактика всегда открывает возможность для контратак и дальних передач в зоны, которые этот прессинг открывает. Посмотрим, как все сложится в этом матче. Команды начинают эту игру. Поехали! Какой хороший перехват сейчас получился. Но тут даже играть на перехвате не пришлось. Мяч сам пришел. Уилфрид Заха. Помогает ему партнер в атаке сейчас. Здорово отдал на ход. Что-то может получиться. Уходит он от защитника. Отличный момент у него. Крайне удачно он сейчас и вовремя мяч выносит. Могло быть опасно. Рафини. Уилфрид Заха. Помогает ему партнер в атаке сейчас. Здорово отдал на ход, что-то может получиться. Уходит он от защитника. Отличный момент у него. Крайне удачно он сейчас и вовремя мяч выносит. Могло быть опасно. Рафини.